Наступление сходу с целью прорыва обороны противника осуществляется, как правило, из выжидательного района. Командиры взводов, получив задачу от командира роты на размещение в ожидательном районе, выводят свои взводы в указанные места. В первую очередь командир взвода обязан провести с командирами отделений ориентирование на местности. Товарищи сержанты, ориентирую вас на местности. Север, в направлении отдельного дерева. Мы находимся на северной опушке рощи Треугольная. На северо-запад, в 2 километрах. Населенный пункт Троицкая. На запад, в 1 километре, роща Круглая. Кругом! На юго-запад, в 600 метрах, озеро Рыбное. На юго-восток, в 2 километрах, населенный пункт Креницы. Противник в 60 километрах восточнее рощи Треугольная ведет оборонительные бои. Боевые машины пехоты расположить выходом на дорогу. Командиру первого отделения. Сержант Богданов. На опушке рощи. Есть. Командиру второго отделения. Сержант Зорин. У группы «Берез». Есть. Командиру третьего отделения. Сержант Журавлев. Возле воронки в кустах. Есть. На каждой машине назначить наблюдателей. Секторы наблюдения и обстрела для первого отделения. Далее командир взвода объявляет сигналы оповещения, дает указания по инженерному оборудованию и маскировке укрытий для боевых машин пехоты и щелей для личного состава, подготовке вооружения, боеприпасов и индивидуальных средств защиты. Кроме того, он указывает на проведение контрольного осмотра боевых машин пехоты и их дозаправки. Я убываю на рекогносцировку с командиром роты. За меня остается старший сержант Сабодаш. Есть. С переднего края наших обороняющихся подразделений командир роты проводит рекогносцировку с командирами взводов. После рекогносцировки на местности командир роты отдает боевой приказ. Товарищи командиры, слушайте боевой приказ. Ориентиры. Первый. Береза на опушке рощи. Второй. Группа деревьев на северной опушке леса темной. Третий. Отдельное дерево, он же основной. Противник подразделениями 2-го мотопехотного батальона. В этом фильме работа командира роты по организации наступления сходу дается в сокращенном варианте. Я нахожусь при выдвижении в голове колонны роты при развертывании за первым взводом. Мой заместитель, командир первого взвода. Лейтенант Храмцов. В это время личный состав ведет подготовку к предстоящему наступлению, находясь в постоянной готовности к отражению внезапного нападения противника. Боевые машины пехоты после спешивания занимают выгодные позиции. И огнем с места поддерживают атаку взводов и преодоление минно-взрывных заграждений танками.
После атаки переднего края обороны противника боевые машины пехоты по команде командиров взводов стремительно выходят на направление отделений и, используя местность, продвигаются вперед, поддерживая огнем наступление своих отделений в глубине обороны противника. Сигналы. Цели указания. Трассирующими пулями, снарядами, направление цели. Вызов огня, гроза. Перенос огня, перекат. Прекращение огня, штиль. В течение 40 минут детально изучить местность, объекты атаки и быть готовыми доложить свои решения. Есть, В ожидательном районе продолжается подготовка к наступлению. Производится разгрузка боеприпасов для боевых машин пехоты. Наша рота во взаимодействии со второй танковой ротой без взвода, используя результаты огня артиллерии и ударов авиации, с рубежа перехода в атаку полевая дорога, атакой сходу в пешем порядке уничтожает противника в опорных пунктах на высоте 112,6 и 110,6 и овладевает рубежом развилка дорог, высота 110,6. В дальнейшем наступает в направлении отдельное дерево, восточная опушка рощи Круга. К укладке боеприпасов приступить! Лейтенант Храмцов. Я. Доложите свое решение. Есть. Решил. Атакой сходу, в пешем порядке, во взаимодействии с первым танковым взводом, уничтожить пулемет и группу пехоты ориентира 2-го, противотанковое ружье у кургана. В дальнейшем, сочетая огонь и движение боевых машин пехоты, наступать в направлении ориентира 3-го. Первому отделению уничтожить пулемет противника в окопе. В дальнейшем наступать в направлении отдельного дерева. Далее командир взвода в своем решении определяет задачи отделениям, приданным огневым средствам и порядок их взаимодействия. Боевые машины пехоты с атакой переднего края обороны противника взводом преодолевают минные заграждения по проходу, выдвигаются к своим отделениям и огнем поддерживают их наступление. Товарищи командиры, решение ваше утверждаю. А теперь возвращаемся в ожидательный район. По пути следования в ожидательный район командир роты уточняет маршрут выдвижения взводов к переднему краю обороны противника. Товарищи командиры, проверить готовность взвода к наступлению и доложить мне через 2 часа. Есть, есть. Есть. Товарищи сержанты, слушайте боевой приказ. Ориентиры. Первый. Береза на опушке рощи. Второй. Группа деревьев на северной опушке леса темной. Третий. Отдельное дерево, он же основной. Ориентиры уточню на местности. Противник подразделениями 2-го мотопехотного батальона обороняет заранее подготовленные позиции в 60 километрах восточнее расположения взвода. Передний край его обороны проходит. Курган +2,
Высота 112,6. Северная опушка леса темный. Его опорные пункты, предположительно на взвод каждый, обнаружены. Курган плюс 2. Высота 112,6. Северная опушка леса темный. Перед передним краем минно-взрывные и проволочные заграждения. Первый мотострелковый взвод. Атака исходу. В пешем порядке. С рубежа перехода в атаку полевая дорога уничтожает пулемет и группу пехоты в окопе. 90-миллиметровое противотанковое ружье. В дальнейшем наступает в направлении западные скаты высоты 112,6, высота 110,6. Первому отделению. Сержант Богданов. Атаковать и уничтожить пулемет в окопе. В дальнейшем наступать в направлении отдельного дерева. Второму отделению. Сержант Зорин. Атаковать и уничтожить группу пехоты в окопе. В дальнейшем наступать в направлении кустарника. Третьему отделению. Сержант Журавлев. Атаковать и уничтожить 90-миллиметровое безоткатное противотанковое ружье. В дальнейшем наступать в направлении желтой насыпи. Готовность к выдвижению. Час ночи. Заместители штатный. Старший сержант Сабодаш. И командир первого отделения. Сержант Богданов. Командир взвода лично проверяет готовность боевых машин пехоты, наличие боеприпасов, исправность вооружения и индивидуальных средств защиты, а также средств связи. Наводчик-оператор, как слышно? Слышно хорошо. Механик-водитель, как слышно? Слышно хорошо. Товарищ капитан, первый взвод к выполнению боевой задачи готов. Второй взвод к выполнению боевой задачи готов. Третий взвод к выполнению боевой задачи готов. Ключ. На отдельное дерево в линию марш. На отдельное дерево в линию марш. Прием. Понял. Я ключ один. Прием. Понял. Я ключ два. Прием. Понял. Я ключ три. Прием. Волна. Я ключ один. В направлении отдельного дерева. К бою! В направлении отдельного дерева! К бою! Я ключ один! Прием! Понял! Я четвертый! Прием! Понял! Я третий! Прием! Волна! Я ключ один! Ориентиры! Первый! Береза на опушке рощи! Второй! Группа деревьев на северной опушке леса темный. Третий. Отдельное дерево.
Он же основной. Передний край обороны противника проходит. Курган. Высота 112,6. Северная опушка леса темный. Первому атаковать и уничтожить пулемет в окопе. В дальнейшем наступать в направлении отдельного дерева. Второму атаковать и уничтожить группу пехоты в окопе. В дальнейшем наступать в направлении кустарника. Третьему атаковать и уничтожить 90-миллиметровое безоткатное противотанковое ружье. В дальнейшем наступать в направлении желтой насыпи. Проход в минно-взрывных заграждениях проделан в направлении отдельного дерева. Преодолевать за танками. В порядке. Третий, первый, второй. Сигнал атаки серии зеленых ракет. По радио «Буря». Я ключ один. Прием. Волна. Я ключ один. Приготовиться к спешиванию. Приготовиться к спешиванию. Я ключ один. Прием. Волна. Я ключ один. Машинам. Машинам. Я ключ один. Прием. Гранаты! Я ключ один. Первому, второму и третьему. Вперед! Я ключ один. Прием. Понял. Я четвертый. Прием. Волна. Я четвертый. Порядок преодоления минного поля по проходу. Первый, третий, второй. В проход. Вперед. Первый, третий, второй. В проход. Вперед. Прием. Я четвертый. На отдельное дерево к бою. На отдельное дерево к бою. Прием.
Я ключ один. Ориентир третий. Вправо 30. На опушке рощи бронетранспортер. Влево 50 пулемет. Уничтожить. Я ключ один. Прием. Понял. Я четвертый. Прием. Первый. Второй. Я четвертый. Кумулятивный. Ориентир третий. Вправо 40. На опушке рощи бронетранспортер. 7 с коротких. Огонь! Ключ один. Я второй. У западной опушки рощи отходящая группа пехоты. Я второй. Прием. Взвод по отходящему противнику. 5. Короткими. Огонь! Один. Противник силою домопехотного взвода с танком, организованным огнем с западной опушки леса темной, остановил взвод на рубеже полевой дороги. Веду огневой бой. Решил. Использую успех соседа слева двумя отделениями под прикрытием третьего отделения и огня боевых машин пехоты. Обойти опорный пункт слева и одновременной атакой с фронта и во фланг уничтожить противника в опорном пункте и продолжать выполнять поставленную задачу. Я ключ один. Прием. Ключ один. Я ключ. Решение утверждаю. После 10-минутного огневого налета совместно с ключом 3 атаковать противника на западной опушке леса темный по сигналу серии зеленых ракет. По радио «Буря». Я ключ, прием. Понял. Я ключ один, прием. Связной Филимонов. Я. Передайте командиру третьего отделения. Под прикрытием огня второго отделения, огня боевых машин пехоты и танков, перебежками обойти опорный пункт противника слева, выйти на рубеж отдельных деревьев и по сигналу серии зеленых ракет атаковать противника во фланг. В дальнейшем выполнять поставленную задачу вдоль дороги. Есть! Связной Головин. Я. Передайте командиру второго отделения. Огнем с места поддержать выдвижение первого и третьего отделений. На рубеж отдельных деревьев. По сигналу серии зеленых ракет атаковать противника с фронта. Есть! Вашему отделению под прикрытием огня второго отделения, огня боевых машин пехоты и танков, перебежками выдвинуть отделение на рубеж отдельных деревьев и по сигналу серии зеленых ракет во взаимодействии с третьим отделением атаковать и уничтожить противника на юго-западной опушке леса темный, в дальнейшем наступать вдоль дороги. Есть. Ключ один. Противник мелкими группами отходит на восточную опушку леса темный. Решил произвести посадку на боевые машины пехоты, огнем сходу уничтожить отходящие группы и выполнять поставленную задачу. Я ключ один. Прием. Действуйте. Я ключ. Прием.
Ключ один. Я третий. У развилки дорог два бронетранспортера. Я третий. Прием. Понял. Я ключ один. Прием. Кумулятивный. У развилки дорог два бронетранспортера. Шесть. С коротких. Огонь! Волна. Я ключ один. Слева от дороги отходящие группы противника. Наводчикам из пулеметов и десанту левого борта подавить. Слева от дороги отходящие группы противника. Наводчикам из пулеметов и десанту левого борта подавить. Я ключ один. Идем. Волна. Я ключ. Контратака противника справа. На рубеж дороги к бою. Контратака противника справа. На рубеж дороги к бою. Я ключ. Прием. Один. Я ключ. Огнем боевых машин уничтожить три левых танка. Огнем взвода подавить пехоту. В последующем, во взаимодействии с ключом вторым и танками, атаковать противника в направлении группы курганов. Я ключ. Прием. Понял. Я ключ один. Прием. Четвертый. Я ключ один. Управляемым снарядом правее кургана три танка. Уничтожить. Я ключ один. Прием. Понял. Я четвертый. Прием. Огонь! Пехоте! Четыре! Пояс! Огонь! Отделение! Огонь! Волна! Я ключ! Приготовиться к атаке! Приготовиться к атаке! Я ключ принёс! Взвод! В атаку! Вперёд! Я ключ. Провести посадку на боевые машины пехоты и в боевой линии преследовать отходящего противника в направлении вдоль полевой дороги. Провести посадку на боевые машины пехоты и в боевой линии преследовать отходящего противника в направлении вдоль полевой дороги. Я ключ. Прием. На отдельную рощу в линию марш! Четвертый. Я ключ один. Боевые машины пехоты к отделениям. Вперед! Я ключ один. Прием! Вот машина! По местам!